по страницам киноистории. Это специальный проект канала Grad Review. И мы в зарождении, в самом его зачатии кинематографа. Мы в 1895-м, ребята. Это политый поливальщик. Вот такое вот двусмысленное название. Всего одна минута. И этот, я не знаю, даже короткометражка или сложно назвать, одна минута. Просто этот, эта комедия взрывает и просто все кинотеатры мира того еще далекого времени и легендарные братья Люмьеры дарят нам этот шедевр из 10 баллов. Да, 10 баллов, потому что это самое начало. И кто бы мог подумать, что родоначальники, кто придумает синема, это Франция. Да, именно она. Режиссер, продюсер, оператор Луи Люмьер. И всего два актера. Поливальщик и этот прикольный пацаненок, который наступает ему на шланг. Франсуа Клер и Бенуа Дюа. Все очень просто. Примерно состоялось 28 декабря 1895. Обязательно посмотрите самые первые фильмы, чтобы вообще понять, зачем вы смотрите фильмы истории, истории синема, зачем вы интересуетесь, ведь все, казалось бы, начиналось с простого, с комедий. Да-да-да, совсем с комедий. Садовник поливает растение из шланга. Мальчик незаметно для садовника наступает на шланг, и вода перестает течь. Садовник удивленно заглядывает в наконечник. Думает, что произошло, почему вода... воды нету. Мальчик освобождает шланг, и вода под давлением ударяет садовника в лицо. Это очень сильно смешно. Он роняет шланг и бросается за хулиганом в 5-10 баллов. 100%. Такие фильмы и вообще фильмы Люи Люмьера обязан посмотреть каждый уважающий себя киноман. Поэтому welcome. Тут и говорить нечего. Это шедевры. Шедевры синематографа. Мы обязательно вернемся. Маэстро Луи Люмьер к вашим работам. Ну тут хлопаем стоя. Просто Оскар за Оскаром. Политый поливальщик, мы в зарождении синема, от которого мы просто без ума. Мы в 1895-м. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и Grad Review в Яндекс.Зен. Помощь, которая будет очень признательна. Также посмотрите поезд, который просто приехал на станцию. То же самое, первые работы. И будет нам всем счастье. Welcome, welcome. Welcome back.